Путь в профессию со школьной скамьи в Чувашии уже год как реализуется проект «Учебно-производственные классы 21». Итоги его реализации и планы по дальнейшему развитию обсудили на совещании. Оно прошло в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Теория с преподавателями университетов и колледжей, практика на предприятиях. Это позволяет детям раньше раскрыть в себе профессиональные таланты, а предприятиям в будущем получить лучших специалистов. Учебно-производственные классы в течение всего учебного года мы открыли в каждом муниципалитете Чувашской Республики. На сегодня их 144. Но наиболее крупное направление – это агротехническое направление, медицинское направление, инженерное. На совещании отметили, что в первую очередь необходимо готовить кадры для ключевых секторов экономики – электротехники, машиностроения, химической отрасли. Реализация проекта УПК-21 направлена на взаимодействие школ, техникумов, колледжей, вузов и предприятий. Такая совместная работа позволяет повышать уровень квалификации преподавательского состава. Но главной целью была и остается получение школьниками первой профессии. Через вот такой инструментарий мы прежде всего занимаемся ранней профориентацией детей. Ну и, конечно же, за счет вот такого подхода мы позволяем им, с одной стороны, определиться по траектории его личного развития в будущем, где-то, может быть, даже попытаться ошибиться уже на школьной скамье. Значит, второе – это уже на школьной скамье в старших классах получить первую профессию. Глава Чувашии особо обратил внимание на создание условий для повышения уровня знаний школьников по основным предметам, таким как физика и математика, и поручил разработать типовые требования к профильным классам. Благодаря проекту УПК-21 выпускники одновременно с аттестатом о среднем образовании получают свидетельство об освоении профессии. Милена Алексеева, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика.